Мне надо уходить. Сэм! Сэм, слышишь меня? Может, дальше по берегу? Ящик с припасами. Ну да, конечно. Пусто. Все смыло. А может и хорошо. Может, Сэм забрал. Зато теперь мне нечего терять. Ну, кроме жизни. Разговариваю сам с собой. Первый признак сумасшествия. Господи. Ладно. Ничего. Ничего. О, черт! Надо вперед. Только вперед. Как меня все достало. А, черт! Сик парвис магна. Сэм.
Где ты? Черт. Нужно лезть на ту жуткую гору. Погоди, Сэм. Я уже скоро. Поднимаемся. Рейв. Черт. Осторожно, Сэм. Куда теперь? Водичка бодрящая. Привет. Привет. Тот человек не проходил? Высокий такой. В голове глупые мысли о пиратских сокровищах. Не повезло.
Бедняги. Ты туда лез, что ли? В таких сапогах? Мне это сейчас нужнее. Работает. Еще немного. Черт! Да, кто-то заметил. Движение рядом с деревьями. Тут настоящие джунгли. Все движется. Я ничего не вижу. Всем отбой, ложная тревога. Но смотрите вон. Погоди. Черт. Это еще что? И ушел. Думаешь, второй жив? Пока не найдем тело, мой ответ да. Как они вообще уцелели? Им просто видимо. Ну, удача рано или поздно заканчивается. Узнай. Это еще что? Есть там что? Эй, ты живой там? Это мне точно. Ну что, там никого? Чего не отвечаешь? Да ты прикалываешься? Стой! Сюда! Ты его...
Ох ты! Ладно, куда мне? О, что это? Ого, жуткая история. Команде Бёрнса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Как такое? Нет, нет! Охренеть! Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либерталию. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонны? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни псу под хвост. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой?
Посмотрим, что там есть.